В исторической части Тель-Авива в городе Яфа двое вооруженных мужчин открыли огонь по людям. Они также нападали на прохожих с холодным оружием. По данным израильской полиции, погибли 8 человек, еще несколько ранены. Трое находятся в тяжелом состоянии. Нападавших ликвидировали на месте. Сообщается, что оба они палестинцы. Идет расследование. Отмечу, стрельба в Тель-Авиве произошла на фоне объявления в Израиле воздушной тревоги из-за ракетной атаки со стороны Ирана.